Всем привет, ребята! Меня зовут Карина, и я рада приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю самое свое первое видео тематики Back to School. За мой долгий, тяжелый труд прошу тебя подписаться на мой канал. Смахивай вниз и подписывайся. Ну что ж, меньше текста, давайте уже поскорее начнем. Поехали! Итак, ребята, записываем сегодняшнее число. Классная работа. 2 сентября. Классная работа. Классная 2С. В конце я возьму ваши тетрадки и проверю ваши работы, чтобы все было аккуратно. Ну что ж, сегодняшняя наша тема урока – дроби. Какие бывают дроби? Правильные и неправильные. Ну-ка, Смирнова! Какие бывают дроби? Итак, на прошлом уроке мы решали уравнения, и сегодня я дам подобное. Итак, к доске решать уравнение пойдет Озерова. А нет, Озерова, ты была на прошлом уроке. К доске пойдет Смирнова. Смирнова к доске. Что? Наташа Владимировна, я была на прошлом или позапрошлом уроке. Вызовите кого-нибудь другого. Я же не одна в классе. Вон Петров есть, Марковников. Вызовите их. Нет, Смирнова, к доске. Ладно. Итак, давайте вспомним курс прошлых классов. Что такое химия? Итак, химия – это полным ответом, пожалуйста. Что такое химия? Смирнова. Что такое химия, Смирнова? Что ты там читаешь? Я читаю «Вокруг света за 80 дней». Кстати, очень интересная книга, советую вам почитать. Смирнова, ты лучше в химию углубись. Иди к доске писать определение. Это, конечно, интересней. Ну ладно. Итак, сейчас со стола убираем все лишнее, достаем одинарные листочки. Я на доске написала уравнение, и вы сейчас их сделаете. На проверочную работу вам дается 15 минут. Пишем «Проверочная работа». Я сама это никогда не решу. Лучше найду в интернете ответы. Так будет быстрее. Через 2 минуты сдаем тетрадки. Ура, я успела. Так, ребята, давайте вспомним, о чем был прошлый урок. Катя, на прошлом уроке мы говорили про атомы. Ребята, всем привет. У меня сейчас урок физики. Пишите мне вот в это вот окошечко, которое вы видите сейчас. Какой у вас сейчас урок? Похоже, нам пора с вами прощаться, потому что меня сейчас увидят. Так что я буду ждать ответы. Так что пока. Ребята, ну а вы подписывайтесь на мой инстаграм. На своих экранах. Также ссылка будет внизу в описании. Смирнова, ты с кем разговариваешь? Итак, до конца итоговой контрольной работы у вас осталось ровно 7,5 минут. Давайте побыстрей. Маша! Маша! Ну что, Карина? Дай, пожалуйста, свою тетрадку. Мне надо сверить ответы. Мне так будет спокойней. Ты держи.
Итак, ребята, на прошлом уроке мы говорили про неправильные глаголы в английском языке. Первый неправильный глагол мы записали awake. А второй какой был? Вспоминаем. Ну-ка. Сергеевна. Что это у тебя в ушах? Это у меня слуховой аппарат. Я просто плохо слышу вас. Всегда. Итак, ребята, домашним заданием у вас было выучить стихотворение о войне. Все выучили? Смирнова, что ты там делаешь? Смирнова. А у меня тут это, ручка упала. Ребята, кто у нас сегодня отсутствует? Болотников не пришел. Спасибо. Итак, дети, сегодня у нас итоговая контрольная работа по геометрии. Берем двойные листочки и на титульном листе записываем на первой строчке. Итоговая контрольная работа. На второй по геометрии. На третий класс и на последний фамилия, имя и отчество. Все пишем очень аккуратно, красивым почерком. Все пишут? Смирнова, а ты что делаешь? А это я привожу себя в порядок. Вот, например, вам не идет тот запах, которым вы сегодня подушились. А точнее, духи Дживанши вам не подходят. Вам подойдут Нина Ричи. Попробуйте. Так, ребята, на сегодня урок окончен. Е, я жива. Друзья, я благодарю вас за то, что вы дошли до этого момента. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Тематики Back to School. Совсем скоро у меня выйдет еще несколько видео на тему Back to School. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся. Инстаграм есть сейчас на ваших экранах, также ссылка есть всегда в описании. Поставь лайк и нажимай на колокольчик. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами была я, ваша Карина. В скором видео мы с вами еще встретимся. Всем пока-пока!